Всем привет! Сегодня я расскажу вам о звуковом стандарте MSX Music. Звуковое устройство этого стандарта называют еще как FM-Pack. Но для начала я расскажу вам о том, что предшествовало этому стандарту в плане звуковых карт для MSX. В качестве звуковой подсистемы в MSX используется микросхема YAM2149F. Этот же чип или его уклоны ставили в ZX Spectrum на старших моделях или устанавливали самостоятельно радиолюбители в любой Spectrum, что по звуку было намного лучше звуков бипера. Звучит родной звук MSX примерно так. В 1985 году для MSX появились звуковые карты стандарта MSX Audio, и позиционировались они как инструменты для создания музыки. Было всего три модели карты от разных фирм-производителей, построенные на одном и том же чипе Yamaha Y8950, и по возможностям карты были практически идентичны. Этот чип является полным аналогом микросхемы FM-синтеза Yamaha YAM3526. Но помимо синтеза имел на борту еще и IDPCM кодек, что позволяло ему записывать и воспроизводить звуковой поток с качеством 8 бит и частотой до 16 кГц. FM синтез часть звучала довольно неплохо по тем меркам, и музыканты покупали MSX не как компьютер, а как музыкальный инструмент. Карты MSX Audio поддерживала большинство музыкальных редакторов для MSX, и большим плюсом было наличие MIDI входа-выхода на всех трех картах для подключения клавиш или другой музыкальной аппаратуры. Итак, спустя два года после появления стандарта MSX Audio в 1987 году появился стандарт MSX Music, который предназначен был для игр. И тут не стали изобретать велосипед, взяв за основу стандарт MSX Audio, упростив аппаратную часть для удешевления устройства. Да и не нужны были геймеру MIDI-порты. Устройства этого стандарта назывались как FM-Pack. За основу была взята все та же микросхема FM-синтеза YAM3526, что и у MSX Audio. Но на этот раз микросхему не улучшили, а упростили. Были довольно серьезно занижены возможности базовой микросхемы в угоду дешевизне. Так получилась микросхема YAM2413, которая использовалась в MSX Music картах и аркадных автоматах. Звуковые карты FM-Pack стандарта появились в виде картриджей, но позже, уже на закате платформы MSX, производители стали интегрировать их сразу на плату компьютера, дабы не занимать драгоценный слот расширения. Именно такую версию FM-Pack мы будем собирать сегодня. Стоит еще добавить, что были модели FM-Pack с наличием памяти SRAM, куда игры могли сохранять сейвы, и батарейка, чтобы сохранения не улетели после выключения компьютера. Итак, приступим к сборке, а затем к тестированию.